Добрый день. Едем от Трифоновской улицы. Ну, к себе домой еду в Ростокино. Из окна автобуса по проспекту Мира. Вот этот улица Трифоновская. Третье кольцо с участки Валта, Рижский вокзал. Здесь, вот я не пойму, что, то ли стоянку строят, то ли какой-то торговый комплекс. Может, это и другое будет. Следующая остановка — станция метро Алексеевская. Во избежание получения травм держите за поручень. Крестовский мост. Переезжаем на Санкт-Петербург-Ленинградскую железную дорогу и Рижский. То есть вот он тут, тут и отстойник еще Ярославской дороги. Платформа Рижская с той стороны. Видна телебашня. Позднее утро, но вот в центре насыщенный поток идет машин. А из центра вот мы едем с ветерком. Я проходил все пешком, снимал проспект Мира. Сейчас из окна автобуса. Вот это здание только начинали строить, а уже быстро идет что-то. Какие-то апартаменты. Пешком весной снимал, без листвы был, и сейчас опять осень, листва опала, опять голые деревья стоят. Опять там пишут, что плохо озеленен проспект Мира. Ну, вот. Летом не получается по городу ездить. Знака.
Там вот вниз пошел Звездный бульвар. Вот там еще Листва. Там тоже парк, бульвар. И тут виден. Раньше был кинотеатр, теперь как там как киноконцертный зал. Космос. Да, Останкинская улица. Северный вестибюль ВДНХ. Старый круглый. Внизу-то там просто вниз под переход спускается. Он виден главный вход в ВДНХ. Раньше всегда пробки были, сейчас вот сделали, и сейчас тут пробки, несмотря на то, что такой сделали и подземный, и надземный эстакад для транзитников. Вот скульптура Мухиной, внизу музей, а вон монорельс виден, там он видно. И вот уже подъезжаем к Ростоке. Его написано, это какой-то НИИ, прибор строения. Хозяйственная, вот где Дикси, видите. Вот ее начало этой улицы. И вот за этим домом с желтыми балконами, какая я уже. Все, всем спасибо, посмотрел. До следующей встречи.